Пока что все спокойно. О, они меня даже потеряли, ты прикинь. О, черт. Я у денег, чувак, я у денег. Хорошо. Хорошо. Прогресс. Налицо. Ой, тут коп, короче. Тут, блин, прям за машиной коп сидит, который самый сложный. Он прям за машиной, прям у денег, прям там сидит. Он козел, короче. Разброс большой, да? Да, он прям чувствуется, что он такой массивный, и хрен попадешь. Он, у него автонаводки, кстати, еще нет. То есть вручную приходится целиться. Еще у него криков. О, а мы рядышком, да? Ясненько, ну как всегда. Ладно, так. Предлагаю... Ой, лол. Это я? Да, стой, подожди, а как так? Блин. Я думал, это я рулю. Ой, простите. Как там звуки были. Ну, такие прям хруст костей такой. Фу, гадость. Дисгаст. Ну, в общем, смотри, мы сейчас подъезжаем к маркеру. Как насчет того, чтобы прямо с этого маркера вон, за машиной спрятаться и начать отстреливать? За нашей машиной? Вот прям вот ты и пошли вправо. Пешочком. Давай попробуем. Сначала возьми пушку, только не нацеливайся. Ой, кажется, поздно. Не, он сказал, уходи отсюда. А вот все, теперь... они начали стрелять. Тума факу! Мы нарвались. Я не высовываюсь даже, просто стреляю. Еще криков не хватает. Сдохните! Сдохните! Надо было с этого и начинать. Так, справа, теперь справа. Надо... Еда плюс один, что? Я какую-то еду подобрал, походу, батончик какой-то. Радикально. Так, окей, я прикрываю, короче. Ты там аккуратно как-то продвигайся. Открываю счет. Ой, нечаянно разбил. Блин, у меня патроны кончаются. Самое это ужасное. Так, двигаю потихоньку. О, черт! Тут копов дохренище, чувак. О-о-о-о! Там постапокалипсис вообще начался. Блин, пипец их. Я много. Прикрываю нашу задницу, короче говоря. Ты там пытайся прибираться. Хорошо. Сзади они на тебя не нападут. Как вас много! Блин, что-то еще такое пострелять. Вот пистолет мой родной. Сейчас. Да пошел ты! Шел бы ты! Так, а у меня есть вот этот пистолет. И прямо вот с него, наверное, и побежали. Это эпик! Это просто эпик! Тут, короче, коп. Половина тела в мусорке, половина так ноги торчат одни. Это так круто смотрится. Ну меня убили. Блин, потому что побежал. У тебя есть еще одна жизнь, ты можешь еще побежать. Не торопись, я тут их задержу, патронов у меня хватит. Блин, меня сначала до тебя добраться. Я оказался далеко и не за мной копы. Ого, подожди. Сдохни. Где мое прикрытие, чувак, кричит. Так, тебя за тобой копы не гонят. Я тут, все, я пробегаю, блин. Беги, только аккуратно. Что за фигня? Ублюдки, ну что? Главное, там медленно прибирайся, потому что если я туда пойду, то нас сзади будут крыть. Потому что их тут просто до хрена. Блин, ты там особо не торопись. Я на лоу хп, да, я сейчас посижу. Да, ты прикинь, нафига он встал? Нахрена он встал у меня? Короче, ты один остался. А тут можно было, в принципе, вот так вот сидеть и стрелять из них. Ага, только вот тебя сейчас... вправо пострелят, вправо. Ой. Сзади, со спины. Да, вот. Там еще вертолет. Кстати, вот хорошо, ты под мостом, тебя вертолет не достанет. Черт, там еще едут. Блин, это миссия импусибле. Хотя вертолет, прикинь, как-то умудряется еще попадать, офигею.
Офигеть, как он попадает-то по мне? Ты вышел? Леон? Леон! Леон! Леон, нет! Ты бросил меня! Как же так, Леон? Ребята, Леон с нами. Так, тихо. В жопу полиция. В жопу вас. За Леона. Черт, что делать-то? Надо как-то вертолет снять. Черт, мы должны пройти эту миссию. Так, понятно ли, он к нам уже больше не вернется. Так, главное не вылазить. Это какой-то ФБР-овец. Я еще живу. Я уверен, что я выживу. Оп, оп, no signal. Я не выживу. Я не выживу. Я, наверное, умер, да? Я умер. Ладно, ребят. Встретимся, когда Леон вернется. Иначе никак. Всем пока. Че, все, погнали. Это она сама по себе такая или это тюнинг такой? Это тюнинг. Но она сама по себе здоровая, тут только цвет тюнинный и это, колеса. А колеса, они, в смысле, форма у них та же, просто диски да, поменяли? Да, просто диски поменяли. А ты думал, что, ну, подняли ее? Не-не-не, есть такая машина прям, у меня тоже в гараже же она стоит, только синего цвета. Ладно. Если что, возобновил. Я тоже возобновил. Так, едем. А, оп, оп, минуя все машины. Блин, чувак, ну как машину такую разбить можно было? Ладно, я коповскую разбиваю. Я почти приехал. Угу. А мы едем. А, вижу, вижу вас на карте. А, поворот! Ха-ха. Вот новый поворот. В общем, по нашему плану, да? Как это? На мосту. На мосте. На мосте, да. На мосте. На мосте. Мы, в общем, заручились поддержкой подписчика. Да, потому что одним выполнить это все крайне тяжело. Да, ну сейчас он, короче, пойдет туда. Так, а на мосте, погоди, ты ж на мосте уже. Я вот, я проехал тут на полицейской машине, я сейчас на мосте поднимаюсь. Ой, ой, а? качусь. Давай, дружище, садись, поехали. Сейчас заедем на более выгодную позицию. Оп, оп, все, отлично. Я поднялся. Ага. Оп. Я поставил здесь полицейскую машину, чтобы было зачем скрыться, если что. Угу. Ну, кстати, когда зачем? Здесь... Это все бочком. Вот и мы. Ать. Отлично. Приехали. Ну что, делаем вид? Ага. Тачима, тачима.
На-на-на-на-на-на-на. Нифига себе, оно зажигает. Вообще просто, я плюю на вас всех, да? Да, с высокой колокольни. Ну, так, поехали, короче. Ну, да, давай, чё. Так. На-на-на-на-на-на. Лишь бы меня не это, не сняли тут. Опа. Да я думаю, не должны. Так, давай, я снизу пока хватит. Всех снимаю. Ага. Воу. Отлично. Бум-бум. Так, снайперской винтовки, вон он еще один. Бум! Стоит. Так, я надеюсь, он знает, что нельзя взрывать деньги. Не знаю. Я попасть не могу. Во, а попал. Он да, скрылся. Там вертолет. Понял. Иди сюда, мать, ты придурок, блин, там один прячется. Ага, видел! Попал в голову. Ладненько. Все. Ой-ой-ой, нифига. По-моему, они. Кого ты снял, кого ты снял? О! Нормально, нормально, так, дальше идем дальше. Так, этого Никиту убили. Копов так там главное в переулке показано, что много, но кто-то ничего-то не высовывается. А, вообще нет, никто не высовывается. Так, еще один вертолет. Еще вертолет. Ах ты, мать твою. Ублюдок, мать твою. Иди сюда, говно собачье. Я тебя сейчас сам трахну, ублюдок, говно. Прям как в стиле Гаврилова. Да. Я, кстати, недавно, ну, как начал ностальгировать и начал вспоминать эти голоса, которые переводили всякие фильмы. Посмотрел всякие досье о них, ничего. Ну, обычные люди, просто хорошо знающие язык. То есть, вроде ничего такого примечательного, но... Они были первыми, кто переводил. Да, но эти голоса реально были крутые. Они с ними много ассоциаций с фильмами. А, тяжело прицеливаться на стик вообще. Вообще тяжело. О, так. Слышишь, как вертолет падает? Такой. Да, вообще круто. Обожаю, кстати, вот как падают вертолеты. Так, я нас пока сзади прикрываю. Они что-то все пробраться не могут. В колено сейчас попаду. Нет, не попал. Офигеть, а чё они так далеко-то, мать твою? Ты посмотри, как они далеко по карте. Чё они там делают? Не знаю, они там стоят, но вот я пытаюсь одного снять. Я его головешку вижу, а прицелиться и попасть не могу, блин. Ой, тут еще траекторию полета пули будет, конечно. А во, высунулся. Стой! 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 Есть! Есть! Попал! Так, там еще вижу тела. А во, высунулся. Минус. Так их побольше поминусовать, а там уже будет. Офигеть, чистенько. Их там залезло. Я их убиваю. Как вокруг успехи? Отлично все вообще. Даже чисто, я бы сказал. Так, да черт возьми. Но я спереди больше движений не вижу. Что-то как-то все потырились или что, надо все уже нормально тут переходить в более плотный бой. Так. Ну что, поехали? Где наша подписчица-то? Она умерла, что ли? Она умерла, да. Оу. Ну вот. Так. За неопытностью. Да, ну мы-то тут уже какой раз проходим, а... Хотя да, давай, прикрывай мне с крыши, там справа один. Окей, бежит, я его. Вижу мента. Ой, там на крыше? Какого хера вы делаете на крыше? Ебеч. Ой, да. Меня там какой-то это... Блин, так и умереть можно, между прочим, мафаку. Подожди, общем, прикрой сзади. Окей, так. Я тут? Вижу просто мента там вдали. Бам! То еще? То еще? Эй, ребята! Разделяй власть, разделяй власть. Они сволочи умные, они на всякие крыши залазят, что-то делают. Так, вертолет, да? Да, вертолет. Эй! Отличное укрытие, мать твою! Так, там он еще копы. Они поднимаются, кстати говоря, вон оттуда. Да-да, я там защищал нас. Прямо в пах! Нормально. Промеж булок, блин. Так, я не знаю, как нам туда сейчас выбраться. Так, вертолет сверху, еще один. Ну-ка, я его пилота постараюсь снять. Попробуй. Ну-ка. Лишь бы он нас не убил, прежде чем я сниму. Да, зараза! Ща-ща-ща. Так, это... Не того снял, да? Ты стрелял. О, я попал. А, не попал.
Я так за рабом вывесил, как будто ты по-японски так сейчас сказал. И того снял, да? Это звучало, конечно. Так. Весело. Ментов все меньше и меньше. Мы таком на... Конечно. Так, я не знаю, на этой штуке мы сможем отсюда спуститься? Я думаю, что да. Я советую как-то по правую сторону, если смотреть на переулок, по правую сторону. Ой, я внизу. Короче, я пошел. Давай, я, если что, потихоньку вон с крыши сейчас. Чё за нафига я машину эту тронул? Так. Что? Пока что все спокойно. О, они меня даже потеряли, ты прикинь. О, черт. Я у денег, чувак, я у денег. Хорошо. Хорошо. Прогресс. Налицо. Ой, тут коп, короче. Тут, блин, прям за машиной коп сидит, который самый сложный. Он прям за машиной, прям у денег, прям там сидит. Он козел, короче. Туда можно вообще без проблем проникнуть. Там вообще все изи. Там только мент сидит прям за фургоном, прям у денег, короче. Где-то, блин, коп, я вижу на миникарте, я не вижу. Вот он прям у денег, он меня там убил, козел. Прям. Козел. А, во-во-во, я понял тебя, все вижу. Сейчас я попробую его просто. Вот, да, это он, это козлина. И прям вот в этот черный фургон потом можешь садиться. Ма, и бич! Все. А, подожди, что он? Да, он мертв. Все. Деньги, и прям. Тело. Так, заберите деньги. Деньги. Пошли в задницу. Вот, деньги. забирай, и все, и вали отсюда. Я не знаю. Только тебе надо было, наверное, в другую сторону. Да пошли вы в задницу, ублюдки. Все, уезжаю. Не забудь, отрываюсь. Налево надо. Да, вот сюда, лучше в канаву куда-нибудь спустись. Справа канава. Поезд. Ай-яй-яй. Все, мчим, сына. Давай. Неужели мы сможем сделать это? Справа спрыгивай куда-нибудь, там канава же. Не, надо куда-нибудь вот просто спрятать. А, или сюда, да. Вот так вот. Блин, но... Они до сих пор видят тебя? Не, они меня уже не видят. Просто у меня показывают, что видят. Ну лучше не давать им повод меня заметить, вот не хочу так. Тоже верно. Так. Все. Можно даже двигатель заглушить, если бы я мог. Угу. Фух. Ну я тебе скажу, это было весьма такая нервная. Так, стопэ. Че, едут? Меня, черт, заметили. Так, тут я не поднимусь. А вот тут я, возможно, поднимусь. Так, копы, идите нахрен! Опа. Блин, надо искать какую-то такую... Я такой нуарный фильтр включил. А, и музыку из Макса Пейна можно добавить. Ту-ту-ту. Копы. Почти. О, а вот этот фильтр мне как будто GTA 4 ты играешь. О, а здесь плывет все фильтр. Новые фильтра добавили. Вот еще одно. Один дополнение. А тебя не оторвались? За тобой прям менты едут, или мне кажется? Да, именно так. За мной прям менты едут. Блин, они же пипец агрессивные стали. Они вообще пипец, да. Надо как-то оторваться от них. И желательно сделать это так, чтобы меня еще не убили. Я исключу супер камеру, типа такой. Оп. Ай. Тише, потихоньку. Мы преследуем. Так, подожди, надо фильтр еще включить так. Где он тут? Поправился такой. Мы преследуем. Так, погоди, фильтр. Где-то тут фильтр. Сейчас. Он, падла, направо поворачивает, да чтоб тебя... Офигеть, сколько тут фильтров. Все, во! Нормально. Подозреваемый известен в криминальных кругах под кличкой Гранд Лё. Есть информация, что подозреваемый связан с бандитской группировкой F3. Планируют ли дополнительные дотации автогиганту? Стриптизерши начнут работать в местных автобусах. Задание, время... полицейские воры, выездил. Я избавился от копов, все. О, ништяк. Отлично, все. Все, копы больше лишь не. Лишь бы сейчас меня никаких сюрпризов под конец не ждало. Не ждала. Отлично. Главное доесть живым. Главный день, чтобы не умереть. Да.
доставьте деньги Лестеру. А, это все Лестер там в своих махинациях. Лестер, Падок. Лестер. А, продажные копы. Да. Да всего-то ему дело есть, а. Вот, ты проехал маленько. Чутка совсем. А тут через дом надо, всего лишь-то. Да легко. Во, во, и тут твоя машина стоит. Только она у тебя черная, правда? Ура, ура! Ура! Ее, мафаку! Ну, денег могли бы и больше дать. О, а у меня 176 уровень. А у меня 26. Да. Ура, нравится. Так, а чё, пойдем в свободный режим? Честно, не знаю, можно там еще одно какое-нибудь задание выбрать. Там сейчас посмотрим. Сейчас менюшка появится. У меня она еще не появилась. Во. Наркодельцы, трасса, рейд погрузчики. Это задание? А, не, задание это связь и тарелки какие-то вот. И наркодельцы ЛС. Я хочу знать, что творится в городе. Рейтинг 83, рейтинг 90. Связь и тарелки. Так, ну я в свободный режим пока укажу, да? Ну, давай свободный режим нажимай. Наркодельцы ЛС. А, это задание какое-то. Ну, а давай-ка вот сюда. Наркодельцы ЛС. Вряд ли. Тебе надо было раньше сказать. Потому что мы-то сейчас в свободный режим идем, а ты в наркодельце. Я тебе, если что, инвайт. Да, ты инвайт мне кинь. Property in the Los Santos area. Prime property. Хотя, наверное, лучше я, наверное, все-таки в свободный режим уйду, и там можно будет на скутерах. Окей, okay, я пока попробую купить скутер. Его надо будет вызвать. Ага. Блин, мне это тоже нужно. Но он стоит что-то 40 тысяч, что ли. Так, я в свободном режиме, на том месте, где меня убили, походу. Я не хочу, чтобы мне бронежилет показывался. Предметы. Бронежилет. Отличная работа с тем делом. И ты знаешь, о чем я. Давай садись, смертный. Заодно